Студенты и школьники смогут отправить любимому учителю открытку с поздравлениями. В педагогическом университете запустили праздничную акцию. Поучаствовать в ней могут не только студенты. Андрей Михайлюк расскажет подробнее. Любимая Татьяна Васильевна. Стать педагогом Анастасию Архипову вдохновила классная руководительница. Теперь девушка учится на воспитателя детского сада. Школьная учительница всегда говорила Насте, что педагог должен быть терпеливым, внимательным и трудолюбивым. Преподаватель помог выбрать будущую профессию умением работать с детьми. В преддверии праздника девушка хочет поблагодарить учителя. За дисциплину, скорее всего, за то, что она всегда нам... Не знаю, помогала, и мне тоже охота, несмотря на ее пример, помогать тоже другим людям. Со 2 октября в педагогическом университете проходит акция «Поздравь любимого учителя». Подписать открытку может и любой желающий, студент вуза или даже гость. Поздравительные открытки, а их почти 2000, выдают бесплатно. Все, что нужно – вдохновение для поздравления и правильный почтовый адрес учителя. Нам очень важно, чтобы поддерживался престиж, внимание, значимость этой профессии. Чтобы приходили к нам эти самые студенты, выпускники школ, чтобы они становились учителями. И вот эта преемственность, да, формирование новых поколений граждан Российской Федерации существовало. Акция проходит 6-й год подряд. Сотрудники Почты России утверждают, каждое письмо найдет своего адресата. Наши студенты Челябинского университета могут отправить в любой населенный пункт не только по России, но и по всему миру, по всей стране. И зарубежные студенты с удовольствием тоже могут поздравить своих любимых учителей в любой точке мира. Выездное почтовое отделение будет работать в главном корпусе педагогического университета до 4 октября. Андрей Михайлюк, Андрей Ярушев, ОТВ.